Здорово, мужики. Привет. Слушайте, ребят, как ты вот этот по мусоркам лазит, говорят, очень прибыльная вещь, говорит. Что надо делать, куда надо идти, не знаете? Ну, здесь вон первую мусорку какую-нибудь найди. Вам так, пойдем. Короче, ребят, всем привет, с вами Рима. Сегодня у нас админские будни. Ну, как говорится, я сегодня пройду... Вот свободное от работы время, вот здесь вот лазим. Лазите, да, прям? И что там, да, меч, вот мед, там, цвет, мед, туда-сюда, да? Да, вот так в костюмчике сажусь. Ага. Ищем что-то ценное, наверное. Или съедобное, нихера себе, еще и съедобное здесь можно найти, да? И съедобное, конечно. И что, как вообще по выхлопу? Ну, учитывая то, что у Министерства юстиции нет зарплаты, то великолепно. Сыщик я получил, прикинь. Сыщик, да, я подрабатываю сыщиком. Прикольно. Понятно. И что, куда это все потом спихивать, продавать или что там, или просто деньгами по это... А это сдача макулатуры там рядом с КПП. А, сдача макулатуру? Все, понял, спасибо. Полазю по мусорке, короче. Да не что. Ага, давай. Обращайтесь. Короче, ребят, всем еще раз привет. Не успел поздороваться, нормально не успел поздороваться, короче. А сегодня будем мы с вами зарабатывать деньги разными способами. То есть на нашем острове существуют не только такие заработки, как, например, добыча нефти, либо еще что-то. Здесь можно просто тупо с самого начала, да, там не надо бежать... яблоки делать. Можете просто искать разные мусорки и лазить там, и что-то интересное находить. Давайте посмотрим, что мы тут собрали, по идее, с вами. Так, это получается у нас... Минуточку. Не то. А организация, такси, карьера. Ну, в принципе, в карьере фермер, охотник, сыщик. Видите, я уже 40 уровень сыщик. Чем больше опыта, естественно, тем быстрее мы будем собирать разные интересные вещи. То есть здесь идет система прокачки, как вы уже, наверное, догадались. Ну и тому подобное. В этой серии у нас не будет никаких радиаций, пугать игроков не будем. Скоро начнем, вернее, пугать там. Мы готовимся к этому делу. Также будут появляться разные интересные там неопознанные объекты, которые будут просто вводить в шок весь остров и тому подобное. Так, ну, дальше я мусорок вообще не вижу. Где-то вот здесь была где-то мусорка. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, мусорка. Здесь вообще какие-то руины такие красивые, да? Вот здесь я впервые, кстати... А мы можем теперь подняться наверх? Сейчас посмотрим. Да, можем. Вполне нормально. Мы можем даже весь город сфотографировать. Слушайте, ребят, смотрите, какая красота. Обалденно прям. Блин, мне нравится. Арма, она такая, знаете, разносторонняя, разноцветная, можно сказать. И все такое. Самое главное, не шлепнуться туда. Там чувак бежит. Походу, мне ищет. Он думал, что я туда пошел, в маркет. А, здесь у нас еще автосалон. Видите, вон там автосалон. Ладно, поехали мусорки искать. И макулатуру. Кстати, где там макулатура у нас? Возле КПП. Штрафстоянка. А здесь, наверное, да? Подожди, нет. КПП. КПП находится вот здесь вот. Подожди, вот здесь вот. Так, макулатуру. Будем искать. Хорошо, ладно, погнали. Слушай, чувак, а где ты говорил еще из мусорки? Вот кроме вот этой шняги. Так, ну могу тебя прокатить по знатным местам. Поехали. А что за тачка у тебя? Тачка у меня, да вот немножко пробежаться придется. Ну поехали, побежимся, что? Погнали. Че, сам чем занимаешься? Гопаешь, пойди, да, наверное, всех подряд? Да ну, ё-моё, я на государство работаю. А, ну вот, бывший гопник, ну как все чиновники, да, в 90-е годы там все они всех гопнули, гопали, всех крышевали, а сейчас стали государственными деятелями, да? Ну, у нас сейчас другое, у нас государственную казну надо погопать немножечко. Во, вот это другое дело. Люблю честных людей. Ну а то. Блин, прикольно, вот эта вышка, я там встал. Ой, ёптать. Эх ты. Ни хрена себе, я подлетел, видел? У меня аж кровотечение, ой. Подожди. Ёптать. Слушай, у тебя нет ничего? Наверное, суперкросса у тебя, наверное. Да вообще, жесть, вот это я подлетел. Это у тебя есть что-нибудь? Бинт-шминт там, туда-сюда. Да, есть. Вот это жесть. Ты видела, как я подлетел, вообще жесть? Походу, разогнался чересчур. Спринтер, наверное, бывший. А то и нынешний. Легкоатлет. Ага. Моя сигарета аж пропала. Мне кажется, в зубах сигарет была. Все, погнали. Погнали. Проглотил, да, походу. Знаешь, говоришь, гопал раньше. Не, никогда. Я вообще в жизни никого никогда не гопал же. Вообще ни разу. Странно. Не может быть. Не верю. Может. Это что ли твоя тачка? Да. Хера ты крутой, чувак. Нормальная тачка. О, нифига себе. Спецтачка, что ли? А где все менты? Я что-то не понял.
Не знаю, в отпусках половина. Ого, я даже сзади сел. Слушай, у тебя там типа спецмашина, все дела, да? Ну да, Министерство юстиции, адвокат. А, это если меня повяжут мусора, значит, ты меня можешь поднять там нормально, да, там, отбить от них? Да легко. Да ладно, серьезно, там все вот, кодексы, смотри, знаешь. Вот такие. А где, где, где мусорка? А, о, стоп, вот, подожди. Мусорка стоит, замечательно стоит. Вообще жесть, ну-ка остановись, ёптай. Опа. Нормально. Тебе как, чё-то... короче, сегодня везет, я смотрю, да? Да, что-то я нормально так, это, приземлился. Сейчас, подожди. Опять у меня кровотечение, да что ж ты будешь делать? У меня есть еще бинтик. Не-не, есть. Ты же мне два дал. Оп-оп-оп-оп-оп. Слушай, а если вот твою, например, машину угнать, что мне будет за это? Ну, как минимум срок будет светить за угон техники. А ты же не знаешь, как меня зовут. Ну, догадываюсь. Вот так вот. Вот эти тоже бочки можно, кстати. Тут можно и поесть найти, и оружие даже попадает. Да ладно. Да. Кто-то еще оружие выкидывает, походу, паленно, да? Ну, вот скидывают, когда от копов уезжают. Чтобы на нашем острове оружие скидывали. Ну да. Со страх. Ну да, да. Все так боятся прям копов, да. Классные звуки такие. Решил, короче, сегодня, да, этим заняться. Ну конечно, блин, смотрю, что-то народ вообще, о! Я уже этот, вот еще одна. Шестой уровень. Не, и что, они потом сами появляются или как? Вот эти можно. Да, они там в течение часа новый мусор люди выкидывают. У нас народ богатый стал. Поесть. Сейчас посмотрим, может быть, оружие чем-то появится. Админ, ребят, по мусоркам шастает. Нормально. Слушай, поем кого-нибудь гопнем, а? Не, мне нельзя. О, смотри, что я нашел. Табличка. Что там записано-то? Не знаю. А, вот, что-то... Я выбираю жизнь. Нет наркотиков. Нет наркотиков. О, нормальная табличка, кстати, полезная. Ну. А этот... Сейчас, подожди. Еще этот... Охапка дров нашел я, короче. Ну, так все, стартовый набор бича, как говорится. Охапка дров, чтобы костер разжечь. Вот, пока нет наркотиков. Так, ладно, сейчас покушаю. Я тут еще еду, походу. Покушать здесь нашел, что? Да, пожрать. Ну, бля, вонючая, правда, ну ничего. Ну, ничего страшного, у нас закрытие нормально. Я для этого бороду отрастил, чтобы как бы запах не пробивался. Да? Ну, конечно. Как говорится, своеобразная фильтрация, да? Так, поехали дальше по мусоркам. Что-то мне понравилось. Так вот, пропустил самую жирную мусорку. Где? Вот. Ты машину-то закрой. А, эти даже, да, лутаются, нифига себе. Конечно. Сейчас, подожди, вот так вот. Нельзя двигаться, короче. Короче, поняли, да, ребят? Зашел, чувак. Есть прям одно очень, прям такое жирнющее хранилище. Вот там просто вообще. Можно прям на полчаса пропасть. Сейчас туда поедем. Давай. Так. Я так понимаю, чувак прилетает на остров, бомж, ничего не знает, ничего не увидит. Просто подходит к мусорке, через планшет нажимает Windows, и все, и он богат. Может, да, даже калаш-малаш, да, или что там? Может чем-то такое выпасть? Не, калаши нет. Калаши уже перестали выбрасывать. Недели как 2-3 надо. А раньше выбрасывал, да? Задумывались, да. Не, я знаю, что там этот, короче, там они есть, но шанс маленький, но есть. Но у меня как уже стихи. Чувствую, завтра, сука, все будут теперь по мусоркам лазить. Да это новая тема, ё-моё. Тут и богачи лазят, и... Сифон и борода, да, ёпты? Ну, вот. В Рублёвке. Тут я смотрю, у меня борода, вот теперь надо будет. Слушай, ну, мне кажется, у нас машина не по статусу, раз мы уж по помойкам ездим, там, каком дряхлу надо было взять? Это как раз подчеркивает статус. Статус бомжа, да? Нормально. Помойки, ё-моё. Да, я говорю, слухи вообще. Вот здесь мусорка или что там? Да, мы сейчас приедем, вообще жирнее куча места. Я чувствую, завтра там будет просто толпа. Слушай, мне кажется, завтра будет еще война из-за этих мусорок, из-за этих точек. Есть же, вот бомжи воюют между собой. Гопают бомжей. Вот контейнер. Да, серьезно?
Да, подъезжают сами же бомжи и гопают друг друга. Такие войны просто. Заточки, да? Ну вот эти сейчас точку покажу специально, вот там завтра вообще чувствую будет. Короче, ребят, вот здесь мы уже находимся. Вот уже подъехали. Вот здесь мы находимся, вот видите? ДП-19. Я сам этим делал, как бы мне говоришь, интересно бывает порой всякую... Слушай, ерунду. База какая-то заброшенная, походу. Вот, сейчас мы. Заедешь, да? О. Да, да. Да, я уже тут часто гость, я уже все знаю тут. Сейчас подкачу. Нормально. К жирнику прям. О, начинается. Нет, давай прям с самого жира. Слушай, никого нет, пока надо все это собирать. Да, да, это вообще выгодное дело. Вот, отсюда можно начать. И вот здесь в округе... Нихера, да тут свалка, ёптать. Ну, естественно, ёбай. И чё, где? Вот, вот эти вот тоже можно подбирать. Вот эту вот. Ага, прикольно. Потом коробки. Где они тут, коробки-то? Вон сзади. Короче, поняли, да, ребят, это не просто статичные какие-то там материалы, объекты. Мусором. Ну, вот эти вот там покрышки всякие. И вот там сзади нас коробки тоже стоят. Ну, короче, здесь вот за раз можно прям сотки 3-4 поднять. Не спеша так. Пустая бутылка плюс один. Вот. Магазин 11 патронов, прикинь, нашел. Вот, я о чем и говорю, здесь прям иногда весело побегать. Старая стиралка тут еще. Ну, все так атмосферненько прям. Слушай, блин, воняет-то, а как? Да воняет вообще жесть. Открывашку нашел, макулатуру какую-то. Вот это что за контейнер? Не лутается? Не, вон она, коробка. А, вот эта коробка. Слушай, прикинь, здесь снайперская винтовка вообще жесть будет. Да я вот всегда в надежде, когда ковыряюсь, чтобы найти какую-нибудь хотя бы волыну, что ли. На охоту. Прикольно. А ты уже этим не занимаешься, уже все, у тебя уже другой статус, да? Все, он поднялся, видишь, костюм прикупил. Нормально, да. Ну, чиновник, бывший бомж. Нормально. Пустая, ну, да, бутылка. Здесь мне ничего не делать, да? Во, вот сейчас ворота тебе просто в Клондайк открыл. Так. Вот коробка. Потом там в углу еще три коробки. Поняли, да, ребят, вот так здесь вот. Здесь весело порой, когда особенно бомжи друг друга начинают гопать, это вообще просто. Драться, да, за точки, да? Сразу орёт. Моя коробка. Сука. Так. Вот там три штучки еще. Видел, как их маскируют, типа так? Да. С другой стороны обойти надо как-нибудь. Нормально. Сейчас как раз доедем, сдашь, вот посмотришь, сколько там получится. Да, надо, кстати, сдать, посмотреть. Ну, блин, да, нормальное место, слушай, надо захоронить. Это вот ДП-11, да, получается? Да. Нет, тут сейчас скажу, что у нас, ДП-19. Ой, ДП-19, да, вот. Вот здесь вот, ребята, вот здесь. Видите, ДП-19. Не, дело весело, когда особенно заняться нечем, грубо говоря. Поехал, так по коробочкам поковырялся, чем-то интересное нашел. Ну давай ищи. Я вот один раз антидот нашел для этих, кто ураном занимается. За 90 тысяч продал потом. Нормально. Короче, ребят, запомнили, да, Windows, клавиша Windows. Подходите, смотрите на объекте клавиши Windows. Вот где Ctrl, где Alt, вот между ними Windows стоит. Коробочек прям сладенький. Макулатура, там всякая хрень. Да. Самое ценное, это медный кабель, это прям среди, да? Бомжей, это просто топ, ага. Ну чё, медцвет я отсдал, бабки, да, хорошие? Ну да, 4000 за один медный кабель, для бомжа это просто огромные деньги. Я вот здесь, и потом самое атмосферное, это прям такое в куче мусора, чтобы искать что-нибудь интересное. Провоняешь весь такой, весь грязный, довольный, потом сидишь. На кружечке пива в баре, день удался. Особенно на вызов, когда вызывают полицейский участок, есть такой важный. О, медный кабель, как раз. И пустая бутылка. Надо, ребят, у меня интересно, сколько по баблу выйдет.
так, хранилище, хранилище. Такой человек, как будто папка какой-то, да, ребят, реально, заброшенный. О, вот это вот самый жир. Вот этот прям апогей вони. Чувствуешь, прокладки, да, чувствую, да. Подгузники старые. О, Элина прокладка тут, походу. Так, не, макулатура, короче, медный кабель, да. Нормально. Смотри, вот здесь прям сразу тебе, сразу пяток. Окунешься, чтобы... да, сразу? Ну, да-да. Фу, мухи летают. Я прям головой ушел сюда, смотри. С головой, ага, в богатство, ё-моё. Слушай, главное, нас не гопнули бы, что ли? Говорят, вообще, какая-то группировка просто тупо держит все эти мусорные баки, короче, и требует налоги с них. Прикинь. Фига, ребята, поднялись. Вот это тоже можно. Кстати, идею ты мне понял, конечно. Да, надо вот мусорный барон, чтобы был. Да, мусорный барон, прикольно же. Прем-группировку создать. Ой, блин. Просто угар, ребят. А сам чем занимаешься? Я мусор копаю. Новое призвание. Да, собираю мусор. Чем еще могу заниматься? Видишь, мне нравится как. У меня вот джинсы, видишь, грязные. Я ж, видишь, не удержался прям. А ну иди, это моя территория. Ой, блин. Это помнит это дело, ё-моё. Нормально. Да, вон бочка еще рядом, ее тоже может. А тут получается, бомжи так дерутся, да, все, короче, толпой, да, там. Ну да. А как прервать? Подожди, стоп. Я же продолжаю искать, смотри. Ну ты этот как по остатки за мной, наверное, подбираешь там. Нет, не подобралось. Не подобрал? Вот это вот. А, пустые баки, да, вот эти вот? Да. Без крышки, да, еще подбираются? Угу. А с крышками не подбираются, получается? С крышками не. Не, вот так вот для кепки, грубо говоря, самый начальный этап. Это просто вообще простые... Да, вообще кайф. Ну, вот а где эта макулатура, все это дело хранится? А это в этом, в каком, в рюкзаке. Открывашка, магазин у нас... Не, в этот, в планшете. Я понял, да. Да, там как ресурс. Че, у тебя полный, наверное, уже рюкзак, да? Сейчас хочу проверить. Я уже забыл. Бизнес, Рима. Телефон. О, ёптать. Статус. Нет его. А, вот тоже, я вспомнил, ёптать. Ну, 20 еще мест осталось. А, ну вот, пожалуйста. Нету Римаса, нету. Там по рации меня вызывает. Ё-моё, тут такой нету важный, Римаса, нету. Нету. Что может быть важнее мусорки, я не знаю. Римасёнок, поросёнок. Чё, наверное, разрывает тебе, да? Да нет. Я не знаю, как они вычислили, что я здесь. Так, ну, макулатура. Всё, поехали сдавать, короче. Да, чё, ещё есть? Ну, если по пути есть, ещё можно взять. Так, вот она. Видишь, как жадность сразу. Да. Не, ну что там, 20 мест еще осталось, в принципе, можно? Ну да. Сейчас, прикинь, только ствол там, в руках. Ну было бы неплохо, стволы в цене еще. Не, макулатура. Ладно, поехали. Где? Во. А, вижу. Вот она прям, вот видишь, прям манит. Слушай, я боюсь заболеть сейчас. Реально на большой земле буду ходить по мусоркам, сука, лазить. Заглядываться туда. Затягивает. Да. Ну я, видишь, голову на ус побрил от блох на всякий случай. Кстати, хорошая идея, да, надо тоже побрить. Ну все, поехали. Че, медный кабель, короче, пустая бутылка. Погнали. Нормально. Ой, блин. Ты просто угар, ребят. Это просто гребаная жесть, чтобы Римас... Ай-яй-яй-яй. Ай, подожди, стоп, а это что такое? А, это не это, да? Нет, нельзя. Нихера. Что еще там есть что? У меня же глаз наметан. А вон да. Коробки, вон те еще. Вот, смотри. Во, видишь, что там жадный запах. Нифига себе, смотри, какая катушка большая сзади тебя. Ну,
да. Вообще жесть. Ну, медь, походу, сняли уже, бомжи, блин, местные. Короче, я буду здесь мусорным бароном. Здесь буду патрулировать вот всех гопать. Да, мзду брать. Моя территория, буду кричать. Ешь! Налоги смотри, плати вот, там. Вот такие тоже можно. А, эти коробки пустые. Да, да, да. Блин, что-то я опять не удержался. Лови, лови, может, что-нибудь там будет. Ствол там, еще что-нибудь. Мне ствол нужен. В последнее время не попадается ни еда, ничего. Не знаю, уже, видать, как-то это... обделяет меня этим делом. О, медный кабель. Ну все, сейчас опять подымусь прямо тебе. А у меня макулатура там, туда-сюда, всякая хрень. Бутылка из-под пива пустая. Бутылки тоже, да, принимают, значит, хорошо. Да-да-да, стеклотару берут. Потом у нас байкеры пиво в нее разливают. Во, еще одна, последняя, можно ехать. Слушай, поехали уже. Это просто наркота какая-то. Ой, блин. Я тебе говорю, я тут часами зависал, тут ездит, уже некоторые берут большегрузные грузовики и забивают их. Нормально. В Пиргасе стоят и хвастаются, кто сколько поднял. Слушай, а этот... во всех городах же, да, все есть, можно найти? Ну да, они по всему острову разбросаны, вот эти мусорки всякие. Понятно. Ладно, поехали. Погнали, погнали. Ладно, ребят, а ты мне объясни, где этот еще раз принимает? Так, сейчас скажу. А где вот КПП, вот там сдача макулатуры? Там. А, вижу. Только как-то город называется. Вижу. Ну, ёпта, тебя учат не ТПшнул. Ну все, давай, поехали. С люстры, с люстры. Че, выходим? Да, да. Так. Где эта шняга? Вот здесь вот, да? Вот, вот. А, вот она. Ох, сейчас я на пиво, на сигареты как сдам. Так, а... продать все, да? Просто и все. Не, выбирать каждую позицию и нажимать продать все. Так, подожди, надо посмотреть, сколько у меня денег. Чтоб сравнить. Ну да, да. Вот я сейчас с двух коробок 30 тысяч заработал. Так, у меня ноль. А бумажник давай. Ноль. Так. Ну я думаю, с рюкзачка у тебя 1100 как минимум получится. Макулатуры. Железная банка. Че, железная банка не этот. Жестяная. Да, банки их выкидывают, жестяные, да. Ну, что-то в последнее время жестянчик что-то там противится, не принимает. Вы слишком быстро... А, понятно. Ну, не терпится ведь. Так, да. Быстро. Так, итого, короче. Ну, 90... А, нифига себе, 96 375. Ну, получилось. Да. Я говорю, если половину еще выбрасывать, оставлять медный кабель, то прям вообще неплохо. Да, да, да. Блин, прикинь, 100 тысяч так просто на ровном месте. Да просто, да, поездил, потрещал. Что, поехали тогда, что, домой, что теперь? Довезешь до Пиргас? Поехали. Еду на сдачу мусора, там часто гопы. А, чувак пишет, еду на сдачу мусора, там часто гопают. Последи да. За мной, если не трудно. Последи за мной, если не трудно, говорит. Не на квадроцикле случайно? Не знаю. Тут какой-то парнишка ехал, нас увидел, развернулся и уехал. А, это, наверное, этот. Сейчас посмотрю. Сейчас, ребят, уже админские будни начинаются. Я тебе говорю, здесь частенько такие... Давай будни. Назад, разворачивайся назад. На мазе едет. На мазе? Нифига вот этот парень. А, не, вон, смотри, какой-то автрот. А вот еще и маз. Нифига вот он, парень. Да, чувак, вот он, видишь, остановился. Поезжай. Давай, давай, езжай, езжай, это Римас, езжай. Езжай, сдавай. Здорово. Смотри, видишь, а там впереди, короче... Этот. Там впереди чувак, видишь? Второй вот тоже. Это он, да? Не, это другой. Другой? А который мы пропустили, это он писал, типа. Часто глупают. Ну, может, нас увидел на черной машине. Трухал мало. Ага. Это он что, на сдачу макулатуры что поехал? Да. Это нифига, вот это вот. Вот это я понимаю размах. Нормально, да? Да, давай, рядом, паркани с ним. Давай. Давай, чувак, сдавай, не переживай. Мы тебя охраняем. Че, рассказывай, кто там сдает, кто тебя там гопает? Здорово, Рима. Здорово. А тут обычно на выезде, когда вот отсюда выезжаешь, вот там вот проезжаешь,
Тебя догоняют, гопают обычно. Нифига себе, а что за машина, приметы какие? А, да я даже так могу сказать, Братович такой есть. Братович? Да. Ездит, ну ездит на Форде, Форд Раптор у него серый. Ну сейчас не знаю, на чем он ездит. Его тут полуострова ищет. О чем я и говорил. Ясно, понятно. Ну давай, сдавай, пока никого нет. Мы домой поедем. Станции ищет, ищет, короче. Давай, нам просто интересно, сколько с такой техники можно денег получить. Лям? Нихера себе. Вот это я тебе говорю, вот видишь, как тут бомжеванец, сколько денег приносит. Жесть. Римас, нам с тобой надо будет потом как-нибудь связаться. Да, без проблем. У меня это, одна информация. Хорошо. Ну я с тобой свяжусь тогда, что, ты еще будешь на острове, да? Конечно. Подъеду к тебе. Короче, лям, да? Нифига себе. Нормально. Да, лям нехило. А, с этого... Вирис принтованный. Я делал лям 400. Ничего, вот нормально. Это баблище ее. Вот она почему здесь гопает, блин. Аж самого захотел сгопнуть. Я о чем и говорил, тут такие бомжатские войны идут. Ладно, поехали. Давай, удачи. Попозже к тебе подтянусь, Артем. Погоди, а ты так же... Ну да, у тебя на глазах прям написано что-то, Артем. Да-да-да. Давай. Все, поехали, давай. Сейчас мимо самого опасного места проедем еще с тобой. Слушай, да, здесь движняк жесткий вообще вот на этой территории. Вообще движняк. Это еще утро, да. Ребят, это утро у нас, раннее утро в Москве. Ну, по Москве. То есть на острове 100 человек, в раннем утром. Это ладно, вечером хрен пробьешься, 100, особенно, там 150. Говорим, бомжи на бомжи прям что-то обозлились они. Слушай, лям 400 с грузовиком. Ну ничего себе, бомжи, 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 бомжами, я тебе скажу, бомжи тут шикуют, ёптай. Ну сифоны, брат, да, как ты и говорил. Ой, блин. Ладно, друзья, это была очередная серия Арматериал Тис Лайф, админские будни. Я вам показал один из немногих способов, как можно разбогатеть прямо с самого начала. Для этого ничего не нужно, просто руки и все. И желание, и время. Всем удачи, играйте в хорошие игры. До скорых встреч. О, еще у нас тут эти, ребята, кто хлебом занимается, местные мажоры. Нормально. Да, скоро по 4 миллиона гребут. Хлеб везут, да? Ага. Вообще движ четкий здесь. Мне нравится. Да нет, здесь есть чем заняться, на самом деле. Без дела никогда не стоишь. Всем пока.